Спасибо, да. Рахмет. Премьера еще одной песни, конечно, это песня о Казахстане. Так как, в общем-то, у меня в репертуаре постоянно звучат патриотические песни, и почему-то публика к этому привыкла, и все ожидают именно вот такие патриотические песни в моей программе. «Ак куелим Казахстан» ее написал композитор Ерлан Канапьянов. Где-то он должен сидеть в зале. Ерлан, где вы? Вы в зале? Вы переживаете за меня? Я впервые пою вашу песню «Ак куелим Казахстан». Казахстан, эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербург, Россия. Спасибо. Рахмет. Я просто хочу сказать, мы еще с вами встретимся не раз. Я надеюсь, у меня очень много будет концертов в России. Не только в год Казахстана, но и в дальнейшем. Спасибо вам за этот теплый, сердечный прием.
сюда.